Так, всім привіт! Ми в Дніпрі, і ми хотіли записати, ясна річ, Корбана, але ні, не цього разу. І ми ж вам говорили вже, що ми любимо розповідати про історії людей, які роблять щось власними руками, і в них це виходить. Ну, ми вважаємо, що так виходить. І я відкрию секрет, ми в Дніпрі, я повторюю, всі знають, що я з Дніпра, всі наші глядачі знають, що я з Дніпра. І це не просто так я знайшла якісь героїв. Катерина Дорошевська і Аліна Щербина мої... Ні? Да, все нормально. Катерина зі мною вчилася, Аліна моя колега. Вони журналісти. І тепер вони вже не журналісти. І ми дуже давно знайомі. Не будемо казати, коли ми там вчилися, це не важливо, але ми знайомі, і я слідкую, ясна річ, за Катею в соцмережі, на Фейсбуці, тому що ми вчилися разом. І Катя почала робити, з Аліною разом вони почали робити проєкт, який називається «Будь в UA». Я думаю, що по назві і, в принципі, по тому, де ми знаходимося, зрозуміло, що це речі, і українські речі. Так? І я хочу вас запитати спочатку, я пояснювала нещодавно людям, що треба починати типу з найцікавішого. Так що таке «Будь в UA»? Що це зараз? Ну, в первую очередь, «Будь в UA» — это платформа для развития украинских брендов. У нас есть несколько направлений. Самое главное — это, конечно, маркет. Это выставка украинских дизайнеров. Что это значит? Это 120 дизайнеров со всей Украины, со всех, даже самых маленьких городков, приезжают к нам в Днепр раз в месяц и показывают все самое лучшее, что они сделали за какой-то определенный период. Это одежда, это обувь, аксессуары, декор, все что угодно. Это самое главное. Наш второй проект — это шоурум, в котором мы сейчас сидим. Угу. И еще один проект. Так. Да, наш третий проект — это лекторий. Мы только начали делать выставку, мы сразу же начали приглашать успешные бизнесы для того, чтобы они рассказывали нашим участникам, как у них получилось создать что-то свое, как они сделали свою историю успеха. И это сейчас вывели в отдельный проект, который называется «Лекторий». То есть это SMM, это история успеха, это как делать бизнес, как писать свои бизнес-планы. В общем, все, чтобы построить бизнес. И самый вкусный проект — это гастродворик. Это выставка локальных и фермерских гастропродуктов. Когда мы собираем фермеров, стучимся к ним в дом, говорим: «Здравствуйте, у вас классный сыр, о нем должны знать во всем городе». И мы вытаскиваем их на выставку, мы их убеждаем. Это самое тяжелое, когда ты с фермерами общаешься, говоришь: «Ну, выставка Ашоци, а? Неце, це на базаре чи не?» Нет, это не базар, к нам приходят другие люди, у нас красиво, у нас музыка, у нас атмосфера. Шо? Ну, ясно, да. Вот, то есть мы их вытаскиваем и показываем, знакомим их с людьми и тоже развиваем отдельное гастронаправление. 120 дизайнерів, так, марок. На маркеті. Марок одягу, да, які на маркеті представлені. Ви їх самі обирали, чи вони самі до вас звертаються, знаходяться? Тому що, ну, це не єдиний такий проект подібний, так? Є всі свої, є Made in UA, так, це не єдиний проект. І як взагалі відбувається, ви конкуруєте, чи ви працюєте разом? І як ви шукаєте дизайнерів і марки, які б у вас представлені в магазині? Ну, во-первых, мы не считаем конкурентами никакие из фестивалей в Украине. Мы считаем, что мы все вместе развиваем рынок. Наши конкуренты сейчас — это торговые центры, это рынки, бутики с итальянскими, H&M, китайскими. Ну да, посмотрим, действительно. Ну, в общем, на самом деле мы конкурируем именно с ними. Мы конкурируем с некачественными товарами за дорого, которые продаются в торговых центрах. Поэтому мы даем альтернативу. Мы так и называем это шопинг-альтернатива, да, то есть вы можете прийти на маркет, можете выбрать украинское, оно будет качественное, оно будет стоить дешевле, вы получите моральное удовлетворение от того, что вы выбираете эти вещи. Мы делали опросы нашей аудитории, почему они к нам приходят, что им больше всего нравится. Вот первое, они ищут соотношение цена-качество, второе, они ищут уникальность, то есть им не нравится то, что есть у всех остальных, масс-маркет. И третье, это патриотизм. Потому что им нравится поддерживать других таких же людей, как и они, которые только уже решились и что-то свое начали. В одному інтерв'ю вашому я прочитала, що ну, це була ваша така, там взагалі тенденція така була цього інтерв'ю, що в Україні зараз якраз є той момент, коли є час створювати, можна пробувати і все нове. І ми ж, ясна річ, під час фестивалю блогерів все це робимо. І там були розмови про те, що зараз просто беріть, робіть,
і все є для того, щоб робити Україну класною, сучасною. От все це відбувається завдяки чи всупереч? Сложно, конечно, сказать. Ну, я не чувствую какой-то поддержки от обстоятельств, кроме того, что мы молодые сейчас, у нас есть энергия, у нас есть возможность что-то делать, у нас есть где подсмотреть, ну, потому что это правда. Очень много идей идут с Европы, с Америки, мы много вдохновляемся в том числе, то есть даже выставки и маркеты, ну это же не новая идея, правда, уже, я не знаю, несколько тысяч лет, наверное, выставки существуют по всему миру и так далее. Поэтому мир стал открытием, поэтому возможности, мне кажется, появляются каждую секунду. Просто нужно за ними вот носом по ветру и их чувствовать, и просто сразу реализовывать. То есть есть такое, ну, как бы у нас даже правило, если есть, возникла идея, нужно сделать хотя бы несколько шагов к ее реализации в первые 24 часа после того, как она возникла. Потому что иначе она просто отложится, и до нее, может быть, когда-то дойдут руки, а может быть и нет. Но лучше что-то уже сделать, попробовать. И понять. У нас есть два таких приема. Первый – это мы берем там идею, слово, желание, да, вот там условно «еда». А что если? И вот мы начинаем крутить вот это слово «еда», а что если сделать выставку? А что если собрать вокальных производителей? А что если? И вот мы так набрасываем план из того, и по этому плану уже можно делать готовый проект. Ну, от я просто вас слухаю, і ну, якби ви говорите такі речі, ну, наче як вже підготовлені люди були до того, щоб це зробити. Але ж ви просто були журналістами, ну, тобто це взагалі не пов'язано з бізнесом. Журналісти – це самі підготовлені люди, які можуть зробити. Ні, коли я думаю, що я, може, там, займалась би чимось іншим, я розумію, що я просто більше нічого не вмію. Я можу тільки говорити і більше нічого. Ну, мені так здається. Це неправда. Ну, так це я, типу, себе вмовляю, що все нормально, працюй далі. Просто питання в тому, там, зараз, да, у вас є якісь там принципи, за якими ви дієте, 24 години на ідею, але ж це не було так одразу? Це ж не так відбулося? Наверное, не так. Все началось с того, что было вдохновение и желание сделать что-то свое. То есть у нас была работа, мы работали журналистами, у нас было много проектов, каких-то задач, но была какая-то потребность в реализации чего-то своего. Потом, когда мы просто решили, что ну, этого как бы нет в Днепре, почему бы не сделать именно это? И все, и дальше закрутилось. И дальше уже просто это была энергия, это было вдохновение, которое нужно было реализовать прямо здесь и сейчас. То есть ну, вот это, наверное, подтолкнуло и как-то помогало на первых этапах, потому что понимание бизнес-процесса, какие-то идеи, там, смоделировать ситуацию, а что если, такого ничего не было. Все было очень интуитивно, и первое время мы как бы так и работали интуитивно, шли туда, пробовали, потом туда, потом туда. За последний год мы прошли много разных обучений уже и пытаемся научиться делать мелкий бизнес здесь у нас в Украине. Слушаем каких-то интересных лекторов, посещаем какие-то бизнес-школы и все такое. Мы просто учимся заново, потому что этому, конечно, нас не учили, как вести что-то, как вести свой бизнес. Вообще какие-то ну, банальные вещи, мы просто их не знали даже там, в своем возрасте и при определенном профессиональном багаже. Ну, тобто, від початку це було інтуїтивно, а не було, чи не було, якось, знаєте, мені, я ж теж переїхала до Києва, там, так, реалізовувала себе як журналіст, і мені завжди здавалося, що найстрашніше – це повернутися. Ну, типу, це програти там цю битву. Ну, зараз я так вже не думаю, я взагалі зараз про це не думаю, але, ну, не було вам страшно, ну, типу, взяти просто і кинути все? Якщо розглядати це, як от я повертаюся, це от битва, це сраження, я от сражалася, со столицей, она меня не приняла. Нет, для каждой из нас Киев это был временный отрезок времени, это было разные возможности, это было посмотреть, поехать, пожить, что-то узнать для себя. И возвращаться было не таким чувством, о боже мой, мы возвращаемся, это было, боже, мы в Днепре, и мы тут скорее, сколько всего скорее сделаем, когда же мы уже переедем. Да, это было наоборот, больше воодушевляло то, что ты можешь вернуться, уже получив столичный опыт. Он даже в журналистике, он же другой. Тут, ну, да, ясно, другой ритм жизни. И уже вернувшись,
намного проще внедрять все, что ты уже получил, и все, что ты умеешь, все, что ты знаешь. Угу. Ну, і як аудиторія в Дніпрі це сприймає? Як люди реагують? Ну, тобто, це ж не могло так от відбутися, щоб одразу так оп, і багато людей прийшло на виставку, там, да, все це подивилися, почали купувати. Як ви заманювали людей до себе? Кать, ну, ти ж знаєш, ми ж журналісти, ми використовувалися служебним положенням. Звісно, ми знали, куди відправляти прес-релізи, ми знали, яких журналістів приглашати к себе. Наша задача була запустити сарафан. Фанное радио, как это сделать проще всего? Через свой как бы круг знакомств. Он у нас в Днепре был достаточно широк, мы в Киеве жили недолго, около 2 лет, и как бы не потеряли здесь еще никакие связи, как бы со многими общались. Поэтому что мы делали? Алло, здравствуйте, мы тут такое решили замутить, вы придете к нам в гости? Угу. Да, придем. И то есть нас первыми поддержали журналисты, лидеры мнений, как это принято сейчас говорить, наши разные знакомые, они просто нас поддержали, они постили, они писали, что они будут, что мы журналисты, что это классный проект, давайте, давайте, давайте. Это очень помогло, потому что на наш первый маркет мы не потратили вообще ни гривны на рекламу, ни на какую. Ну, это круто, это вам дуже пощастило. Да, мы это поняли, в принципе, на следующий уже раз, когда знакомились с прайсом Фейсбука и продвижением мероприятий в Фейсбуке. Ну, как бы первый раз это все на поддержке, на энтузиазме, собственно, жителі Дніпра. На це тільки дніпровський проект чи можливі якісь гастролі? Ви не думали проїхатися? Ми вже їздили в Харків. Угу. Но делать в своем локальном городе что-то намного проще, чем делать в других городах. Кажется, вот 200 километров, на самом деле люди уже другие. Люди по-другому реагируют. А у них уже есть свои сформировавшиеся вкусы, есть свои предпочтения, есть свои любимые места. И когда ты не локал, нужно очень долго вот въезжать в это все. Угу. Но нам понравилось. Брендам, участникам тоже понравилось, и нас на самом деле просят о том, чтобы мы с нашим уровнем организации, с нашим уровнем подготовки, с нашим маркетинговым планом, чтобы с нашей душой, Алина, не добавляешь, чтобы мы ездили по городам, нас зовут сейчас в Одессу, нас зовут в Харьков. Сейчас мне так и сдавалось, что Одесса моя прозвучала. Да. И во Львов тоже, кстати, зовут, но Львов совсем далеко и очень далек от... Вот того, что здесь именно сейчас. Именно логистически очень тяжело организовать туда. И во Львове аудитория тоже, она привыкла закупаться в Польше, им гораздо проще. Сел в машину, часик проехал, и все, я уже с этиком приехал. А украинские бренды во Львове, как это не удивительно, не так популярны, как даже в Днепре. Це прикольна інформація така. А все-таки от про всі свої і медіа, ви спілкуєтесь один з одним якось, не знаю, залучаєте один одного, можливо, ну, ви знайомі взагалі з людьми, які це роблять? От різних фестивалів залежить. З некоторими знайомі, з некоторими общаємося і обмінюємося навіть інформацією якоюсь. З некоторими знайомі, але як би не співпрацюємо, з некоторими не знайомі. От приблизно так. Ну, тобто, а є потреба у такому спілкуванні і у співпраці? Возможно, если у нас будут совместные проекты, это возможно, мы будем больше, теснее общаться. Но пока каждый из фестивалей, он сконцентрирован на своем регионе. То есть каких-то вот прям по всей Украине были как бы вылазки. Попытки. Да, попытки выйти один фестиваль в другой город, там, другой еще куда-то, гостевые такие туры. Но это все равно точечная какая-то история, а не постоянная, там, постоянные гастроли у всех. Поэтому сказать, что прям сейчас есть такая надобность, пока нет. Но возможно будет. Возможно, когда интерес будет угасать, и нужно будет что-то объединяться для того, чтобы сделать что-то крутое. Типу, да, щось таке робити. І таке питання, от просто ви там розповідаєте, все придумали, зробили, позвонили журналісти, колеги, все клас, але на це все ж потрібна баблішка. Звідки баблішка? Чи... На самом деле, первый маркет мы организовали на взносы участников, и наши две журналистки небольшие зарплаты. Ну, не ті гонорари, які там 50 тисяч євро, да? Ні. Ні. Не доросли. Все було не так. І було саме таке парадоксальне не в тому, що ми збивали любые ціни, коли нам говорили аренда, такі, та ви що, це ж дорого, хлопці. Тобто ми знаходили більш дешеві, більш прості способи. І на начальному етапі для нас не було нічого страшного. Нам говорили, ми искали помещення, в Дніпрі на самом деле є огромна проблема з орендою
красивого, большого, светлого помещения, которое было бы более-менее в центре и в нормальном плюс-минус состоянии. Мы находили... Которое можно легально арендовать. Легальность – это очень актуальный вопрос. И когда нам говорили, что помещение только после строителей, и там, извините, нет уборных, знаете, что мы первое сделали? Нет, мы там, нет, все, мы вам больше не позвоним. Такие параллельно, здравствуйте, да, сейчас аренда уборных, не аренда, купите унитаз, БУ. Установить унитаз. Быстренько прокалькулировали расходы. Да, мы приедем на просмотр, мы посмотрим помещение. Потом при разговоре, что мы будем делать с унитазами после того, как мы проведем мероприятие? Ну, мы продадим. Продаты можно так, но... То есть вообще ничего не останавливало, как бы, на начальном этапе. Но это плюс того, что у нас не было опыта. Если бы мы изначально знали, как провести тяжело ремонт, как тяжело установить любое оборудование, как его тяжело собрать, сколько монтажников надо для этого, было бы сложнее начать. Даже вот морально просто сделать первый шаг, первую смету, прокалькулировать, если бы мы знали, что там включить 10 охранников, 15 монтажников, 50 промоутеров, мы бы, ну, вряд ли бы. Мы бы побоялись просто. Так мы ничего не знали, мы такие, да, мы все сделаем сами, нам никто не нужен. Мы подружку позовем, друга позовем, все вообще сейчас классно сделаем. И ну, мы так и сделали первый раз, в принципе, так и было. И было классно. И было классно, да. Не, ну окей, там, две зарплаты, взносы участников. А дальше? Ну, как вы зарабатываете? Вы же сначала зарабатываете? Дальше мы начали просто крутиться за счет вот взноса участников. То есть тут удобная, наверное, схема, да, в плане выставок. Тебе предоплату делают участники бренда, они наперед оплачивают участие свое. Эти деньги можно, соответственно, вложить, быстро инвестировать в оборудование, которое им же нужно, и все организовать. То есть у нас, если там, грубо говорить, из инвестиция, да, $1000, вот она у нас была такая примерно, и где-то через 3 месяца работы мы вышли в ноль и могли что-то себе вот уже взять. Ну, це непогані цифри. Так, а зараз, ну, який там, якщо це не комерційна таємниця, там, який заробіток, ви ж приватні підприємці? Ну, який, чи достатньо, як ви вважаєте, чи достатньо ви заробляєте, як приватні підприємці, ну, які роблять свою справу і розвивають її? Всегда хочется больше. Это логично. Я понимаю, что завжди хочется миллион там умовный, але ну, типа, есть какие-то просто рациональные речи, рациональные цифры. Ну смотри, спустя 8 месяцев после того, как мы запустили проект, мы смогли уволиться с нашей работы основной и перестать зависеть от зарплаты, которую нам платили на телеке. Это все-таки достаточно серьезный. Вот после 8 месяцев. Потом прибыль начала расти, и как бы, ну вот за год, наверное, мы ее увеличили вдвое за счет наших других проектов, каких-то других еще направлений. Потому что у нас тоже такое бытует между собой правило о том, что нужно быстрее и больше всего реализовывать, потому что если ты хочешь оставаться на месте, тебе нужно бежать прямо сейчас. И это так и есть. Поэтому мы постоянно в поиске каких-то ниш, других новых. Мы пробуем. Что-то было уже несколько неудачных каких-то попыток, были более успешные, как бы. Ми пробуємо постійно в движенні. А брендам це навіщо? Ну, як, чому вони на це погоджуються? Чим ви їх зацікавляєте? Є дві проблеми, назовемо їх так. А сейчас бренды считают, что это для них только возможность заработать, то есть быстрые деньги. Ты приехал, ты отшил, приехал, показал, у тебя купили, ты вот выставился, ты уехал, все, у тебя наличка с собой, ты счастлив. В дальнейшем это должно вот перерасти в то, что ты приехал и ты себя презентуешь. То есть ты не должен зависеть от конкретных продаж. И сейчас для брендов, если у них уже есть какие-то ожидания, завышенные, незавышенные, есть представление о том, что вот я сейчас приехал, у меня должна быть куча бабла. Если этого нет, они такие, ну, не очень маркет прошел. Вот сейчас есть такой небольшой разрыв в понимании брендов, когда они только начали, понятное дело, они себя презентовали, и у людей был такой активный запрос. Но люди по чуть-чуть привыкают, они уже поподписывались в Инстаграме, они уже знают сайты многих дизайнеров, и сейчас они приходят просто посмотреть, а дизайнеры такие, пора бы покупать. Вот, и в этом есть такой небольшой разрыв. Но для них в первую очередь это должно быть классная промо, и это должны быть новые клиенты. И они не обязательно совершают покупки в
первое же касание свое с этим дизайнером. То есть люди ходят, присматриваются там, на третье, на пятое, на шестое свидание с брендом, они будут готовы совершить эту покупку. Но нельзя вот расценивать так: пришел, увидел, победил, купил. Это не всегда так работает. И сейчас мы, сейчас, в принципе, и бренды, и маркеты, наша задача в том, чтобы приучить две стороны к промотированию, то есть представлению себя, к правильным красивым стендам, к правильным нужным коллекциям, потому что очень часто бренды не успевают в сезон. Там, в этом году очень быстро лето наступило, и осень, все отшили осень, дорогие пальто, все отшили шерстяные костюмы. И банально не успели их продать, потому что весны как таковой было всего две недели. И сразу же начали покупать лето. Вот. Ну, цікаво, ще виходить через те, що ви збираєте, да, в себе бренди, і там це ж теж молоді підприємці. Ну, може, хтось досвідчений вже, але це люди. В основному там, молоді, да. Але в основному молоді, бо досвідчені вже просто мають свою базу клієнтську. Да. І є у вас лекторій, і ви замірюєте там температуру, значить, всередині, так? Чи може, ну, чи є Дніпро? Ну, лекторій там в Дніпрі проходить, чи є Дніпро місцем, де багато ідей і людей, які хочуть їх втілити в життя? К нам тільки такі і приходять. Їх багато? Їх не так много, як казалось би. Їм більше подобається смотреть на других, что-то делать і прямо от сьогодні починати, готові, ну там не більше 10%. Вони такі: я пойду посмотрю, я ще послушаю. Вот нет такого запала. Поэтому, когда у нас спрашивают, какое образование нужно получить, мы говорим журналистское, потому что тебе дают задачу найти спикера на данную тему, и ты во что бы то ни стало его находишь. Да. 15 минут. Именно в этот час. А люди, которые из других сфер, областей, ну вот у меня есть задача, но она висит и висит. Но я хочу начать что-то свое, ну, наверное, завтра. У тебя нет жесткого тайминга, от тебя не зависит 5 эфиров, и поэтому ты можешь себе позволить быть более ленивым, более спокойным, более жалеть себя. Поэтому вот сказать, что очень много прям людей, которые готовы и горят, я бы тоже не сказала. К нам приходит на лектории порядка там 30 человек на одну лекцию, там несколько лекций у нас в месяц. Ну вот из них мы там вначале можем спросить, у кого есть бизнес, там 5 человек подняло, кто там хочет открыть свой бизнес, 3 человека подняло, то есть все остальные... Ну, они как не бы... Не знакомятся просто, да, им просто цікаво. Им просто интересно, потому что как бы куда-то ходить нужно, что-то слушать нужно, крутиться, общаться. Вот это да, открывать свой бизнес, ну... А є така історія, коли людина прийшла, послухала лекції, там, тра-та-та, і втілила в життя те, що хотіла? Із недавнього нам в Instagram написали девушки, пригласили нас к себе в фотостудію. І, ну, фотостудія, ну, нам не интересно, как бы, но спасибо за приглашение, мы написали вежливо. А нам они пишут следующее сообщение: девочки, вы не поняли, мы слушали вас на лекции, мы вдохновились вашим примером, и мы открыли фотостудию. Мы хотим, чтобы вы пришли к нам в гости. В Днепре. В Днепре, да. И как бы и посмотрели. И это прям было так, о боже, да. Ну и плюс мы даже знаем вот бренды, которые у нас начинали на маркете, прям стартовали, первую коллекцию отшили на маркете, и вот прошло 2 года, у них есть свои магазины. И я не могу сказать, что это наша заслуга, но они вот вместе, вот это все вместе развивалось. Мы участвовали в этом процессе. Да. И еще из таких приятных историй у нас, мы с Катей иногда проводим лекции о том, как понять свою аудиторию, как выявить портрет своей аудитории, как начать что-то свое, как себя продвигать, какой маркетинговый план составить. Ну вот мы такие штуки делимся своими знаниями, своими наработками за 2 года в бизнесе и за 10 лет в журналистике до этого. И одна из девушек-бухгалтер, которая просто пришла на нашу лекцию послушать о продвижении, она нам через там месяц написала о том, что: девушки, вы говорили, что один из инструментов – это проведение собственного мастер-класса. То есть если я бухгалтер, значит, я могу собрать бухгалтеров и рассказать им о том, как составить там новый налоговый отчет. И она нам написала: можно у вас провести в шоуруме лекцию для бухгалтеров?
И мы, конечно же, ее поддержали. Вот через неделю у нас состоится первая такая профильная лекция, да, не связанная с, ну, напрямую не связанная с украинскими дизайнерами, но связанная с украинским бизнесом и, в принципе, с развитием предпринимательства. Была еще одна интересная история, когда девушка тоже после одной из наших именно лекций, у нас была лекция по пиару, и мы так вдохновляюще, вдохновленные, как бы рассказывали о том, как вот бросить все и сделать что-то свое. И когда вот посыпались уже там какие-то комментарии после лекции, там спасибо, спасибо, и одна из девушек написала о том, что она решилась, и она уже написала своей начальнице, что она уходит с работы. Это небезопасно, можно будет. Немножко да, но у нее уже был свой проект, но она не решалась вот сделать вот этот выбор. А это достаточно сложно и страшно. Как же бросить свою постоянную работу и начать что-то свое вот в омут с головой? А наша версия о том, что нужно это сделать, и тогда у тебя выбора не будет, и, ну, и да, все, и ты сделаешь. Все, уже треба щось робити. И как бы это тоже, это очень вдохновляет, и то, что нас двигает вперед. Ну, ще таке от цікаво. Вже ви маєте ім'я, да, там вас знають бренди, вас знають там в Україні, у вас є кілька проєктів. А у вас є кастинг нових дизайнерів, яких ви залучаєте до свого проєкту? Тобто ви ж не всіх підряд, я думаю, берете, чи всіх підряд? Ми завжди ищемо, во-первых, нові лица. У нас прямо це одна із задач наших постійних, вона висить завжди у нас в списке діл, це поиск нових дизайнерів. Тому що новички і нові бізнеси – це те, на чому ми хотіли би концентруватися, тому що вони свіжа кров і хочеться іменно їх показувати. Тому ми їх ищемо і некоторим самі предлагаємо. Плюс є база тех, которые с нами уже участвуют. У нас порядка за 2 года было, по-моему, 1300 дизайнеров. За это время у нас выставились хотя бы один раз. То есть эти 1300 дизайнеров, мы недавно буквально общались, конечно, процентов 20-30 уже закрылось с тех пор, может даже больше процент. И, ну, как бы, но они это костяк. Ну, они спробовали это перенайми. Да. И есть те, которые к нам обращаются постоянно. Это тоже постоянное движение, потому что каждый день мы получаем в Инстаграм, Фейсбук, на почту сообщение о том, что здравствуйте, я такой-то, такой-то, у меня молодой бренд, вот мои вещи, я могу у вас поучаствовать. И мы, конечно, смотрим на то, отвечает ли это запросам нашей аудитории, потому что мы знаем, что в Днепре уже хотят. И дальше предлагаем что-то этому человеку. А предложить у нас есть что, потому что это не только участие на маркете, это размещение в шоуруме, потому что это тоже разные целевые аудитории. И как вариант, это тоже лектории, на котором мы видим плохие фотографии, например. Мы видим какое-то слабое позиционирование бренда. Мы говорим, там можем сбросить ссылочку, вот у нас лекция, давай вот послушаем, посмотрим, немножко подтянем какие-то вещи, и welcome, мы готовы работать дальше. Прикольно, то есть это еще и освітній проект додатково. Это так и есть, это мы говорим о том, что мы сами для себя создаем рынок и сами для себя готовим клиентов, потому что они приходят сначала вдохновляться на наши лекции о том, что бизнес нужно открыть, открывают его, потом и идут за обучением к нам, чему-то учатся и представляют у нас свою продукцию на маркете, а потом находят покупателей у нас в шоуруме. И получается такой цикл, как бы, когда они от самого начала и до момента, когда все, вы мне не нужны, у меня свой магазин. И это класс, мы рады. Ну, дивіться, просто зараз таку освітню трошки, да, зачепили історію, і питання таке. Ну, ми живемо там в державі, вона не може бути окремо від нас, так? Ну, тобто не можна у своєму світі зачинитися. Нет, там нельзя так. Не, ну я так собі думаю, так? І гарний бізнес – це соціально відповідальний бізнес. Це той бізнес, який активний, який впливає не тільки там на свою роботу, а й на середовище. Ви залучаєте, ну, або ви впливаєте на якісь процеси в місті? Ну, тобто, у вас є, там, вас запрошують кудись, ви з кимось спілкуєтеся, може, якісь благодійні там штуки, зустрічі з якимись цікавими людьми. Тобто, ви же є візитівкою міста також, як і ракети. Ну, тобто, ні, ну реально, як космічна столиця, окей, але є Ілон Маск, яка вже нафіг космічна столиця, так? Ну, тобто, такі штуки, да, такі проекти, це теж візитівка міста. Місто реагує на це взагалі якось? Город реагує кожен місяць, коли у нас проходять мероприятия. У нас менше, ніж 5 тисяч гостей за 2 дні не буває. А 5 тисяч гостей кожен місяць, ну, от, які знають, що у них будь-що, і плани на вихідні вже определені. Це от самий наш головний такий взнос в город. И к нам часто приходят люди, ну, знакомые, там, знакомые знакомых, и
говорят, мы приходим к вам, потому что у вас тут классно. И это вот самая такая отдушина большая, самая большая похвала, которая может быть за этот проект, за то, что людям нравится, они приходят, они получают удовольствие. Что касается лично нас, то мы участвуем во всех городских активностях, мы участвуем и в молодежных форумах, где со студентами придумываем проекты. Мы выступаем для предпринимателей, делимся своими историями, своими наработками, инструментами, которые мы попробовали. Мы участвуем в фотопроектах, мы поддерживаем город, и мы стараемся сплотить вокруг нашего проекта всех лидеров мнений из разных сфер. То есть кто-то занимается проектом, вот девушка, которая создала, Люба Колосовская, создала проект «Батарейки, сдавайтесь». Угу. Сейчас мы ее пригласили в фотопроект, и в понедельник мы будем делать… Это «Экодим» в них еще есть, так? Да, да, угу. Все верно. То есть я мы ее привлекаем в наш фотопроект, угу, для поддержания и развития украинских брендов. И угу, мы обсуждаем совместные, да, возможные акции. Есть в городе девушка Татьяна Скорнякова, она проводит конференции для бьюти-мастеров. Ей угу, есть чем делиться в сфере бьюти. И мы ее тоже приглашаем в фотопроект. То есть мы взаимодействуем на всех этапах со всеми интересными людьми этого города. И мы вот, ну не то чтобы объединяемся все, все объединяются вокруг бытия. Нам хочется, по крайней мере, в это верить. Ні, ну прикольно. Тобто виходить, що це не паралельний світ з суспільним життям міста, а інтегрований абсолютно. Нам ніхто ніколи не відказує. Ми пишемо, ми з Бутюа, у нас є така ідея. І так, щоб нам сказали, ні, Бутюа, ми не будемо участвувати, такого ніколи не було. Але звичайно ініціаторами виступаємо ми. То есть мы что-то придумали себе, все, сейчас нужно срочно, всем сейчас написать, реализуем, сейчас всем быстро напишем. Причем у нас команда есть, которая мы там говорим, давайте фотопроект сделаем. И наша девочка открывает ноутбук, такая, значит, фотопроект. Вот я накидала список 6 человек, с которыми мы не сотрудничали, которых нужно привлечь. Вот 3 парикмахера, 4 фотографа. Вот, все, я уже написала троим, трое согласны, 4 еще не прочитали. В общем, в течение там часа буквально решаются основные моменты по любой идее. Так а сколько у вас людей? У вас больше, чем двое? Нет, нас уже 8. Нас 8. Нас 8, нас двое с Линой. У нас есть ивент-менеджер маркетом Даша. У нас есть Аня, это наш пиар и SMM-менеджер. У нас есть Яна, которая занимается направлением лектория. И у нас есть команда шоурума, Марина админ, Алевтина и Аня, наши феи-продавцы. Все девчата. Да. Плюс есть проектная команда, то есть на каждый маркет у нас 30 плюс где-то людей, которых мы привлекаем для того, чтобы маркет жил и существовал. Это уже бригады монтажников, охранников, горничных, промоутеров, наверное, даже больше 30 уже будет, которые вот помогают, чтобы проект этот жил. Ну, тобто це просто ті люди, з якими ви співпрацюєте. Да, мы с ними уже давно работаем, не одни и те же, но как бы у них есть свои работы, а быть в ЮА это в сердце у них. Тобто, коли ми говорили, що ми будемо говорити про self-made, а ми сказали self-made woman, ви так дуже серйозно, так? Чи це так просто вийшло? По поводу женского коллектива? Так, ну, дівчача команда. Ні, я розумію, що там одяг, це красиве, да. Так, дівчатам це природньо, що подобається, але так, дівчача команда, дівоча команда. Це випадковість просто? Ну, не то, чтобы випадковість, просто нам кажется, что девочки лучше справляются со многими задачами, им не нужно бежать. Це сексизм. Наверное. Ну, в общем, наши девчонки очень классно со всеми работами нашими, всеми проектами справляются, поэтому так получилось, что они все сейчас в команде. Как-то, чтобы специально мы кого-то подбирали, такого не было. Ну, еще, кроме всего прочего, мы не ищем людей, да, там мы не размещаем где-то вакансии, мы всегда пишем через наши социальные сети, через социальные сети проектов, и откликаются только девушки. Не, ну, это природно, бо... Тематика такая. А есть чоловічий одяг тут? Сейчас нет, кстати, есть носки, карты и ремни. Нам кажется, этого достаточно. Ясно. А есть идеи просувати украинские бренды за кордон?
Идеи есть, но пока сложна механика реализации. Угу. То есть мы сейчас как бы, наверное, не на том этапе нашего бизнеса, не на том уровне, чтобы могли просто вот так вот взять, собрать украинские бренды и выехать куда-то за границу. Вроде бы все понятно, вроде бы все возможно, но это достаточно проблематично. А нужны ли украинские бренды там? Ну, непонятно. Це моє питання, насправді. Нужно как-то... Ну, їх там треба продати, щоб да. вони стали там потрібні. Пока місць це на уровні ідей тільки. Угу. Ясно, це дуже цікава історія. У вас є от бачення цілі, мети остаточної, чи це в процесі? Да? Ну, тобто я не думаю, що коли з'явилася ідея зробити маркет одягу, там одразу десь була і їжа. Да? Тепер є їжа, є мета. Есть большая цель. Мы хотим большой торговый центр, который будет отражать всю нашу атмосферу и который будет просто гармонировать со всеми нашими проектами. Это будет это коллаборация. Это не торговый центр, это целая вселенная. Но это не скорее просто не только торговля, это такой хаб, в котором бы не только украинские дизайнеры могли бы продаваться, и они могли бы что-то там создавать, они могли бы чему-то там учиться и все вместе взаимодействовать. Совершенно разные бизнесы. Это такая большая мечта, к которой мы, конечно, идем. А так, сейчас Бутюя, это, вот, как я в самом начале говорила, это платформа для развития украинских брендов. И на самом деле сейчас наши проекты – это только инструменты, которые помогают развиваться им. Таких инструментов, я думаю, может быть очень много, и поэтому очень много проектов, я думаю, еще будет объединено под Бутюя. Хтось прийде и рейдерне все забере. Все может быть. Ну, ви готові в умовах тих країн, де ми зараз знаходимося, коли у нас немає судової системи, там і все таке, захистити себе? Ну, тобто, ваш бізнес, він білий, він прозорий, типу, у вас все окей? Ну, то я маю на увазі, на вас тиснуть, не тиснуть, чи, ну, це малий бізнес, в принципі, поки що, чи середній вже? Это точно мелкий бизнес, поэтому опасаться, что нас кто-то рейдернет, ну, вроде не приходится. Нет, мы конечно, как закладик. Вопрос о миллионах. Если бы были миллионы, мы бы, наверное, уже опасались. Ну, мы все стараемся делать так, как нужно, естественно, по закону, поэтому вопросов к тому, что сложно или боимся, не боимся, ну, пока не боимся. Ну, все окей пока что. Да. Дивіться, така зараз є історія. Є спілка українських підприємців, це там більші бізнеси однозначно там. І вони об'єднуються, і вони висувають вимоги до влади української. Там в них є там досить різні, починаючи від податку на виведений капітал до ринку землі. Ну, тобто де одне, де інше, але там, да, вони хочуть комфортних умов, вони про це говорять, що там дайте правила гри і все таке. Ви готові долучатися до таких ініціатив, до ініціатив, які дозволять розвивати український бізнес в загальному взагалі плані, починаючи від одягу, завершуючи там, я не знаю, виробництвом може якихось гаджетів там для віртуальної реальності. Тобто це такий простір дуже великий, але має стати комфортним для того, щоб розвиватися далі. Ти знаєш, от ти дуже правильно вначале сказала, що це все-таки підприємці вже з великим бізнесом. Коли у тебе великий бізнес, у тебе великі проблеми, у тебе великі команди, у тебе великі бюджети. Коли ти маленький, ти не на рівні тих проблем, о яких можуть говорити ці образование, да, предпринимателей. Поэтому, если нам сейчас рассказывать, если мы сейчас будем выступать и говорить, вот налог на землю, мы не эксперты в этом. Мы не сталкиваемся в ежедневной работе. Я надеюсь, что мы дорастем до того уровня, когда наш бизнес будет таким большим, огромным, и когда мы будем компетентны в этих вопросах. Потому что сейчас у нас, на самом деле, наши проблемы, проблемы бизнеса, какие-то больные точки, это скорее не законодательные какие-то вещи, а то, чего нам не хватает в нашем каком-то бизнес-образовании, то есть мы учимся выстраивать бизнес-процессы, мы учимся работать с нашей командой, мотивировать ее, мы учимся ставить какие-то цели, выстраивать стратегию, бренд, вот это все. Нам не хватает знаний, поэтому мы скорее на этом сейчас нацелены, чтобы как можно больше узнать. Мы внутри сконцентрированы на данном этапе.
Ну вот мы сейчас, сколько мы имеем, сколько мы готовы отдавать, сколько мы там на лекциях, на выступлениях, мы это все отдаем. Но у нас, наверное, вот не так много пока еще сконцентрировано. А не буває бажання отак все кинути і поїхати в Азію там, на півроку? Пока місці у нас був експеримент вчора-сьогодні, да, ми уїхали за город, і у нас не работала связь. Цілі сутки. Да, Катя, це було перший раз за ці два роки. Вот, как бы мы еще разгребаем некоторые моменты, но бросить все нет, наверное, не было. Наладить так процессы, чтобы можно было уехать в отпуск вдвоем одновременно, это да. Ну, це вже виходило зробити, чи ще хочеться? Поганість ми по очереді ходимо в відпуск. Окей, ну це прикольно, це треба довіряти людям і якось намагатися там відключити себе. Це більше, мені кажеться, не в довірі і не в собі, а іменно в налажених бізнес-процесах, коли вся команда знає, що потрібно робити, а не так, що кожне дійство потрібно з тобою согласовувати, і це як-то від настроєння собственника залежить. Якщо все чітко, зрозуміло, все працює, то проблем нет. И понимаешь, ивент-бизнес – это кризис-бизнес. Ты постоянно в каком-то стрессе. Да, ну вы решишь какие-то проблемы. Да, у тебя дождь пошел, все. У тебя там, тебе нужны срочно подрядчики для того, чтобы там… Разогнать дождь. Да, вот условно разогнать дождь. У тебя палящее солнце, у тебя участники спрашивают, а в смысле системы орошения не будет? Ну, да. На улице, как это я не буду. А про дождь самый актуальный вопрос, в смысле, а что вы будете делать с дождем? Ну как вы будете решать проблему дождя? И на полном серьезе у нас спрашивают бренды. Мы улыбаемся всегда, бубны у нас есть, конечно же, тоже. Ну вот как-то так. Ну, то есть, знаешь, это нужно постоянно принимать решения, и они очень, там, знаешь, сложные, потому что сотруднику на своем уровне не всегда просто сказать, а мы переносим маркет, потому что плохая погода. Или для этого нужно вот решение владельца, и поэтому кто-то из нас постоянно должен быть на месте для принятия какого-то такого стратегически правильного или не всегда. Принятие ответственности. Вы знаешь, чем у тебя выше статус, тем больше у тебя ответственности. И, мабуть, останнє питання, бо я вже наче все розпитала, що мені цікаво. Може, вам ще є щось розповісти? Може, я щось не спитала? Нет? Все может быть. Ну, добре, це таке. Останнє питання. Дивіться, 120 брендів, да, представлені. Это на маркеті. В шоуруме сейчас 50 дизайнеров. А скільки з них дніпровських? Где-то 45, наверное, 50%. Тобто в них є, значить, корупція. Корупції нет, просто дешевле брендам банально. У них расходы меньше. Ну, про корупцію це жах. Поэтому локальные, да, причем, когда мы начинали, мы, ну, может быть, два бренда знали из Днепра. То есть мы даже не подозревали, что их так много, что они прячутся по маленьким ателье, что они работают на своих 30 клиентах и все. Ну, как бы, и потом, когда все зашевелилось, когда началась уже активность, когда маркет несколько раз из месяца в месяц проводился, и они поняли, что, ну, наверное, надо все-таки как-то выглянуть из своего ателье и выйти вообще к людям, к Днепру. И вот тогда они начали появляться, и это некоторые бренды, они работают 10, там, 5 лет, то есть много лет, но они только, вот только начинают о себе заявлять. Ну, прикольно, и вы им, в принципе, в цьому допомагаєте. Мы надеемся. Это наша миссия. Прикольно. Ну що, будемо чекати оцей хаб в Дніпрі? Да. В Дніпрі. Все, клас. Будемо чекати хаб в Дніпрі. Дякуємо, що дивилися. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякуємо за фінансову допомогу.